Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом, как снять обшивку багажника. Итак, давайте посмотрим. Я разложил всю обшивку, чтобы показать вам и рассказать порядок действий. Выглядит это все вот таким вот образом. Итак, давайте я расскажу по порядку. Вот это левая сторона, это правая сторона. Покажу на примере левой стороны. Снимаем вот эту вот часть. Снимаем вот эту накладку. Снимаем вот эту накладку. Наиболее проблематично будет снять вот эти две накладки, так как, смотрите, здесь вот такие вот пазы. Я вам попозже покажу, где они находятся. Давайте посмотрим сразу на двери. Большая накладка скрывает вот эту вот косу проводов. Здесь заглушка, ее снимаем. Дальше накладка и две накладки, которые крепятся на багажнике и на стекле. Вот эти вот крепления, здесь необходимо будет вам их снять. С правой стороны аналогично, также все по порядку снимаем. Под накладкой здесь коса проводов идет. Дальше, чтобы снять обшивку самого багажника, необходимо начать вот с этого нижнего крепления, которое расположено вот здесь. Вот она. Снимайте его первым. Потом снимайте верхнюю отделку. Но смотрите, здесь вот это вот крепление, которое идет вот к этой детали. Не поломайте его. Снимайте заглушку для дворника. И необходимо будет снять саму обшивку багажника. Здесь расположены крепления по всему контуру. Вот посмотрите. Вот эти крепления вам необходимо поддеть и снять эту обшивку. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!